О метео и астропрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. 6 августа, по данным Гизметео, в Северодвинске ночью ожидается 18 градусов. Ясно, без осадков. Днем температура поднимется до отметки плюс 26, и также ясно, и также без осадков. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня не изменится и составит 764 миллиметра ртутного столба. 6 августа принесет успех в делах. Этот день можно посвятить работе, решению бизнес-вопросов. Планы, составленные в этот день, станут прочной основой для будущих свершений. Удачно сложатся обстоятельства для тех, кто связан с образованием, культурой или занят интеллектуальным трудом. На этом у меня все. Желаю яркого настроения и шикарных улыбок. До свидания.